Итак, очередная посылка из Китая. Распечатывать будем раскладными ножницами из Китая. И здесь у нас что-то заказывала жена. Посылка пришла ей. Но поскольку ее нет дома и будет она не скоро, распечатывать будем мы. О, это такая чудо-штука от Китая. Ну, короче говоря, две одинаковые штучки, которые помогают одевать нитку в иголку. Весело. Здесь вот такой вот маленький крючок есть, при помощи которого одевается нитка в иголку. Здесь чуть побольше. Как эта штука работает, я не знаю, но точно знаю, для чего она. Для того, чтобы нитку одеть в иголку. Сейчас протестим. Вот взял иголку, взял нитку. Будем проверять, как работает эта чудо-штука. Я так подозреваю, что нам нужно нажать, одеть и зацепить саму нитку. Так. Ага. Китай рулит. Это не те допотопные вещи, которые были у наших бабушек. То есть мы берем вот так, одеваем ниточку, хоп, и все у нас работает. Либо же второй вариант. Мы берем вот эту чудо-штуку, берем, закладываем ниточку сюда, вот, одеваем нашу иголочку. Нет, не так. Мы одеваем иголочку, а потом закладываем ниточку. Для очень слепых людей. Вот делаем так, раз. Делаем ниточку, два. Делаем поднятие, три. Все. Мышка в домике. Кому нужно будет, ссылка в описании. Идет очень долго, в районе 2 месяцев, потому что заказывала жена это все дело на Джуме. А Джум — это такой веселый сайт, на котором все очень дешево, но все очень долго идет. Кстати, есть одна небольшая польза. Если вы точно так же закажете на сайте Джум, там, где заказывали мы, то вам придет уведомление о том, что вы товар еще не получили, вы можете вернуть деньги. И после того, как вам вернут деньги, вам придет данный товар. То есть, как бы, товар вы получаете совершенно бесплатно, как получилось в нашем случае. Если вам повезет, то у вас будет то же самое. Возврат за то, что вы не получили данный товар, и чуть позже вы получите свой товар. На Джуме очень много вещей, которые приходят с большим-большим опозданием, когда защита уже не действует, и вы уже получили деньги за товар. Всем удачи, пока!